Для традиционных, для Сочи, крещенских морских купаний были организованы 8 купелей. В центральном районе омовение происходило на Риверском пляже. К полуночи там собрались сотни человек, приходили с семьями. Правда, зайти в море решились далеко не все. Многие просто пришли понаблюдать за происходящим. Кстати, ночь выдалась ясной, но было прохладно, около 2 градусов тепла. И многие, кто окунулся в воду, отметили, что в море теплее. Среди них были и футболисты столичного клуба «Торпедо», которые приехали в Сочи на сборы. Ой, как хорошо, я не знаю, благодать, славьте Господи, что мы оказались в это время здесь, из Самары. Всего доброго, здоровья всем. Просто восторг, полет. Это великолепно. Слава Богу за то, что нам дает такие дни. Святую воду, которая называется Великая Гиасма, которую на крещение освящают. Она нас всех исцеляет. Господь Духом Своим Святым нас просвещает. Местами купания продолжались всю ночь, но были и те, кто решил пройти обряд уже засветло. Субботним утром на пляже в Хосте собралось несколько сотен человек. За безопасностью следила полиция и казачьи дружины. Дежурили медики скорой помощи.